Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Как видите, наши домики-дурдомики продолжаются, мы все еще сидим дома. Хотела сказать вам огромное спасибо за то, насколько тепло, насколько душевно и так по-доброму вы принимаете самые обычные домашние влоги. Я даже как-то не ожидала, боялась, насколько интересно вам будет такое смотреть, но даже когда я снимаю, я сама отвлекаюсь, и потом, когда монтирую, это тоже, знаете, все в удовольствие. Действительно, с огромной радостью делаю такие ролики. С одной стороны, солнце — это так классно, но с другой... Выгнала всех из первого этажа, сейчас время только для меня, и, возможно, у меня даже получится сказать пару слов вот так в камеру, без лишних посторонних звуков. Как видите, я не накрашенная, ничего сверхъестественного сегодня не происходило. Полдня провела на кухне, полдня занималась детьми. Но одна моя зрительница написала мне вот что, говорит: а я зато каждый день крашусь, привожу себя в порядок, потому что я учительница и я веду онлайн уроки для детей. Поэтому она говорит, я иду из кухни в зал при полном параде, макияж, наряд, все как положено. Я сразу вспомнила свою бабушку, которая также была учительницей и каждый раз обязательно наносила пудру, подкрашивала брови, причем она была выкрашена в такой белый-белый цвет, и брови были черными. Помада и обязательно аромат. У нее было сразу несколько ароматов, и такие красивые костюмы у нее были, и туфли на каблуках. Мы с двоюродной сестрой даже порой доставали эти туфли и наряжались, тоже там пользовались ее косметикой. И еще также вспомнилась история из школы. У нас была такая строгая учительница украинского языка. Ну как, она была очень требовательной, но мне кажется, что даже благодаря ей мы любили этот предмет и всегда так ответственно относились и к домашнему заданию. И у нас действительно были хорошие оценки, при том, что она была такой женщиной, знаете, держала нас всех в кулаке. И один раз она пришла с одним накрашенным глазом. И знаете, все мялись, там хихикали, но никто не мог ей сказать, все боялись ей сказать, что у нее один глаз накрашен. Причем она рисовала стрелки, прокрашивала ресницы, и такая яркая помада тоже была. Вот и потом мы с подружкой набрались смелости с Олей Петренко, возможно, она смотрит мои влоги. Короче, мы подошли и сказали ей, что Лариса Васильевна, у вас накрашен только один глаз. И при том, что она была такой строгой, как она в тот раз смеялась, она не поставила нам двойки, но она очень сильно хохотала. Я впервые видела ее настолько веселой, настолько, вы знаете, не скованной какой-то, ушла вот эта строгость. Она так смеялась, говорит, боже, я так торопилась утром, что я просто забыла накрасить себе глаз. Это было очень забавно. Вот такие истории в начале влога. Сегодня будет всего по чуть-чуть. Как оказалось, за время праздников я наснимала столько всего, что решила разделить это на целых несколько влогов. Так что сейчас мы с вами вернемся назад в будущее, как говорится. Помните, я вам говорила о сюрпризе? Тома купил шоколадные яйца и шоколадных зайцев, как видите. И сейчас я все это запрячу в нашем дворе, и потом мальчики будут искать. А кто в домике живет? А, правильно, никто. Там спрятано яйцо. В камнях запрятала только одно, чтобы они тут себе колени не поразбивали. И вот одно. Везде они. Я думаю, что мы еще год будем их искать. По ходу дела я попрятала так, что уже и сама не помню где. Но вот некоторые более-менее на видном месте, а некоторые прям хорошенько нужно поискать. А ну-ка, ну-ка, где? Внимательно смотрите. Есть? Я думаю, что внимательные это заметят. Я отражаюсь в миске, и на мне маска. Но не суть. Я давно хотела показать вам этот рецепт. Это как оладьи с яблоками. По-польски это называется рацухи. Сейчас у всех чуть больше свободного времени, чтобы с завтраком никуда не торопиться. Поэтому я думаю, что многие из вас попробуют. Что нам понадобится? 3 яйца. Я отделила желтки от белков. Белки взбила со щепоткой соли. Также где-то, ну, чуть больше половины бутылки кефира. Большой стакан муки.
вот такой IKEA. Это где-то 380 до 400 грамм. Приблизительно сахар по вкусу. У меня будет сахарная пудра и яблочки. У меня три больших яблока. Их можно как натереть на большую терку, так и вот так небрежно порезать ножом или блендером. Я использовала блендер. И еще порошок. Ой, порошок. Разрыхлитель. Я добавлю еще и ванильку и корицу. Вы знаете, я вообще очень часто, когда готовлю сырники, всевозможные блинчики, взбиваю отдельно белки. Тогда все получается таким более воздушным, более нежным. И сейчас, когда белки уже взбиты, яблоки измельчены, я займусь основным тестом. И потом мы только это все смешаем и будем жарить. Желтки. Пол бутылки кефира. Сахар. Мука. Чайная ложечка разрыхлителя. Немного ванильки и корица. И хорошо перемешиваем ложкой до гладкой консистенции. Аккуратно смешиваем получившееся тесто с белками и с яблоками. Но не делайте это слишком долго, чтобы белки совсем не упали. Берем антипригарную сковородку, масло. У меня кокосовое, которое специально для жарки. И выкладываем небольшими порциями, не слишком толстенькими также. Жарим до золотистого цвета на небольшом огне и под крышкой. Посмотрите, какие они нежные и сочные внутри. Это только часть оладьев, которая уже готова. Можно подавать просто с сахаром, с корицей, с повидлом, с вареньем, с любыми фруктами, ягодами, со сметаной. С чем только придумаете или без ничего. Хороший вариант как завтрака, так и полдника. Не поверите, я делаю педикюр на террасе по той причине, что здесь не так летит пыль. И вы также предупреждали меня, что это не очень хорошо для здоровья, поэтому я купила себе такой как бы пылесос. Заказала на AliExpress, поделюсь с вами ссылочкой внизу. И также вы мне рекомендовали удалять кутикулу при помощи вот такой фрезы. Она называется «Пламя». Flame, но мне как-то не очень удобно, честно говоря. И, возможно, вы удивитесь, и я не знаю, это правильно или нет, но я люблю пилить пятки при помощи обычной вот такой терки, причем на сухую. Она как-то лучше убирает. И, кстати, когда я ходила к Алине на педикюр, она тоже так делала и говорит, что нормально, но это зависит от того, в каком состоянии ноги. Подпилю ногти, пообрезаю, если надо будет, и нанесу крем. Он такой гелевый, очень люблю. Ойцерин, и даже на руки его сейчас мажу на ночь. Очень классный, хорошо убирает сухость пяток. У меня вообще на всем теле эта проблема. Так что продолжаю сейчас. Покрытие новое наносить не буду. Возможно, в следующий раз. Только сейчас заметила, что мы до сих пор не перевели часы в зале. На самом деле 11 часов вечера или ночи, для кого как. Но я уже хочу отдыхать, поэтому Захарчику не стану запаковывать его самокат. Я думаю, что он и так догадывается, что его ждет. Вот шарики один, к сожалению, Игнашкин сдулся. Не знаю, почему так. Ну, как раз 5 шариков и не видно. Цифр, ну, 7 и 5. Они просто поворачиваются разными боками. Все, спокойной ночи, увидимся уже завтра. Я не знаю, в чем прикол, но моя эпопея с белками продолжается. Они были куплены в одном магазине, и девчонки в Инстаграме мне писали, что, возможно, они не очень свежие. Без понятия, но, как видите, одно без у меня не получилось. Тут уже маленькие мыши погрызли, а второе охлаждается, и я буду делать торт паловый. Это тот тортик, который дети любят. В основном все вот эти красивые, бисквитные, они просто-напросто не едят. Но я заказала кое-какие украшения, а чуть позже начну все это декорировать. Господи, я не была к этому готова. Я заказала вафельные фигурки,
на торт, но я почему-то представляла, что они будут выглядеть по-другому. Да, я понимаю, что они распечатываются на тонком вафельном листе, но я думала, что они будут как-то вырезаны или можно будет это типа выдавить. Ну, знаете, как перфорация бывает, только раз и выскочила. Но нет, тут просто огромное количество героев, и причем Захар рассмотрел и сказал, что у некоторых из них неправильная одежда, заказывала это добро на Allegro, и это просто первый и последний раз в моей жизни. Нужно было брать такие сахарные фигурки, но я решила, что они очень любят это все съедать, и лучше пусть будут такие безвкусные вафельки. Наверное, если бы я занималась выпечкой и всеми этими делами, я бы придумала что-то поинтереснее, что-то поприкольнее во время карантина, и такое сойдет. Кстати, здесь на базе написано «Игнаша», и знаете, в чем прикол, что очень сложно все это вырезать. И я вот только сейчас додумалась, что мне же это нужно вставить в торт, то есть нужно было оставлять какую-то подставку, типа, короче... Знаете, нашла себе занятие. Мне уже даже интересно, что сейчас может пойти не так. Реально. Я не знаю, как это возможно, но даже маскарпоне свернулся во время взбивания. Зато у нас будет много ягод. Симпатичная, должна сказать. Я ожидала гораздо худшего. И главное, что этот торт очень-очень вкусный. Пару лет тому назад я снимала для вас рецептик. Ты что, все в пижаме? Ты видел, какую мама тебе сделала? Нет. Это можно скушать, зайка. Папа, мы тебя ждем. Решила навести порядок в спальне, планирую здесь кое-какие перемены, но начну со смены постельного белья, проветрю его и будет хорошо спаться вечером. Хотите верьте, хотите нет, но в Польше многие даже на балконе так проветривают постель. Что у меня на туалетном столике? Игнат потихоньку приносит, все складывает. Это одна из моих любимых фотографий, хоть и рамочка маловато, но я сделала ее пару лет тому назад, когда выпал первый снег, мальчишки настолько радовались, и мы вместо садика пошли кататься. И потом кто-то из брендов присылал пиар-рассылку, и там была распечатана эта фотография. Она из моего инстаграма. Игнат. Это бижутерия, которую мне придется распутать. И у меня была эта рамочка, я как вставила, так она со мной уже все это время. Не знаю, как-то люблю, не хочу ничего менять. Вот. Также здесь подсвечник, который подарила мне моя подруга. Он, кстати, от польского дизайнера. Он как-то там специально делается по такой технологии, что в холодную воду наливается раскаленное стекло в жидкой форме. Игнат сейчас снова сделает беспорядок. Вот, и оно застывает в определенной форме, и потом складываются подсвечники. Они довольно дорогие, и подружка работала в галерее, где продавались всякие изделия польских авторов. Ой, а что это здесь? Жемчужинка какая-то лежит. И я как-то зашла к ней в гости, мне очень понравилось, она подарила мне его на день рождения. Очень красивый атмосферный свет дает. Я хотела еще один купить, но сейчас они закрыты.
Это подставочка, я даже не помню откуда, но я точно покупала ее на какой-то распродаже за копейки. На самом деле для фотографий, но я так приспособилась, что храню здесь или вот какие-то массажеры, или же бижутерию складываю. Угу. Хорошо, вот вы спрашивали, что это такое. Это прибор для микротоков. У меня мини-версия, бренд New Face. Мне очень нравится он по действию, особенно если вы страдаете отеками, если вы хотите что-то для лифтинга, но эффект будет заметен только при регулярном использовании. Личико такое более подтянутое и тоже хорошо влияет на контур, он такой более очерченный. И вот еще тоже классный массажер от Body Shop. Много раз его показывала. Очень хорошая вещь, прям после массажа ощущается прилив крови, как вот, знаете, запускаются все процессы в лице. Очень хорошая вещь, но помните, что массажерами мы пользуемся только на масло. И вот здесь у меня остаток масла от Estée Lauder. Оно у меня давно, но оно еще не испортилось, так что я его допользую, потому что вся вот эта линейка Advanced Night Repair мне очень нравится. И, кстати, я не покупаю отдельно гель к вот этому прибору, потому что тоже микротоки используются поверх геля, все приборы, даже у косметолога. Но я люблю нанести какую-то гелевую маску, и потом уже поверх маски я выполняю микротоки. Два в одном получается. Как все-таки быстро летит время. Завтра ровно 3 недели с тех пор, как я делала свой маникюр. Поэтому пришло время его обновить. Я не люблю, когда у меня такие длинные ногти. Мне просто-напросто неудобно. Так что сейчас я поснимаю все, сделаю маникюр. Если вы пропустили влог, где я показывала все пошагово, оставлю вам ссылочку внизу. И потом покажу, чем я буду красить их в этот раз. Это такое универсальное средство, 5 в одном. Вы просили в инстаграме поделиться. Так что увидимся тогда, когда избавлюсь от старого маникюра. Сделала новую форму, как я вам и говорила. Захотелось совсем коротких ногтей. Вот такой маникюр у меня получился в этот раз. Очень нежный, естественный. И экономит время. Маникюр на скорую руку, потому что все там, снятие старого, новая форма, нанесение нового покрытия занимает до 2 часов. Это если так на расслабоне, можно сказать. Здесь всего 2 слоя средства. Сейчас приготовлю покушать и покажу, как оно выглядит. Вот оно, средство для самого быстрого гель-лака в домашних условиях и также в салонах их используют. У меня оттенок 802, слегка розоватый, но девочки также писали, что есть и красивый нюдовый. Его можно использовать и как базу отдельно, поверх какой-то другой цвет, для френча, для того, чтобы немножко продлить ногтевую пластину, что-то поднарастить до 2 мм и также наносить самостоятельно, то есть без базы, без топа. Но то, что я заметила, это когда не пользуешься топом, то блеск пропадает спустя дней так 6. В общем, лучше воспользоваться топом, если вы хотите сохранить блеск. Но я пробовала его носить без ничего, и он у меня спокойно держится до 2 недель. У него вот такая более гелевая, тягучая консистенция. Я знаю, что многие девчонки купили его по моей наводке и также довольны. В общем, советую попробовать. Возможно, это сделает вашу жизнь чуточку проще. Нет, ну вы представляете, мы только приехали домой, были прокатиться по городу, а на пороге меня ждала пасочка из нашей любимой кофейни, которая называется Urban Coffee. Наверняка по моим сторис вы узнаете. У них очень вкусный кофе, также чаи и какао деткам берем, всегда к ним заглядываем, когда гуляем. И они меня порадовали вот такой красивой пасочкой. Мальчики уже начали съедать вот эти бусинки, они сладкие. Ой, как приятно, это реально один из самых классных сюрпризов, которые я получала за последние месяцы. Спасибо огромное. Вот это так подарок. Разрезала пасочку. Она такая ароматная, такая свежая. И как-то так тепло на душе сразу стало, как будто у мамы побывала. Вот за эти эмоции я реально очень благодарна. Ну что, буду заканчивать этот влог. В следующем покажу вам вот эти костюмчики домашние, которые у меня из Argo Fitness. У них очень классная и спортивная одежда, совершенно недорогая. И это не просто домашний комплект, он очень интересный. У них там есть классные другие расцветки, другие фасоны. В начале влога я была также в костюмчике от них. Их можно спокойно надевать на прогулку. Они очень качественные, очень достойно выглядят. Оставлю вам ссылку внизу. И также я заказывала у них себе несколько костюмчиков для тренировок. Такая дополнительная мотивация, чтобы поднять свою 5-ю точку.
Хотела вам кое-что сказать по поводу всей вот этой ситуации. У нас начинают поговаривать о том, что Польша собирается выходить из карантина. Они разрабатывают там какой-то специальный план, то есть это не так, что в один прекрасный день мы все выйдем на улицу, пойдем по своим делам, пойдем на работу и пооткрывают все торговые центры, заработают все рестораны. Господи, что они там делают наверху? Ладно, я буду притворяться, что я не слышу. Я постараюсь не прерываться, чтобы все-таки донести какую-то свою мысль. Съемка вот этих домашних влогов с детьми, при том, что мне постоянно что-то нужно сделать, они постоянно что-то от меня хотят, или они довольно громко себя ведут. Вчера у нас был Раппл, так на расстоянии, да, говорит, господи, да, они играются, но вот постоянно шум, что когда они замолкают, аж, знаете, такое впечатление, что в голове что-то гудит. Наверняка вы меня сейчас прекрасно понимаете, но хочу сказать, что я не ощущаю чего-то такого, что, господи, я не выдерживаю, потому что я считаю, что в нашей ситуации просто грех жаловаться. Что касается помощи от государства, то она существует, но я не знаю ни одного человека, кому реально ее выплатили бы. И также я спросила у своего бухгалтера, положено ли что-то мне. Сейчас объясню, что меня интересовало. Она сказала, что нет, я не вхожу в эту группу, поэтому я уже не стала там уточнять, а можно это, а можно то, пятое, десятое. Потому что мне кажется, что существуют те люди, кому реально эта помощь важнее, нужнее. Я не буду создавать очередь и так далее. Чего хотела добиться лично я? Не материальной поддержки, а меня интересовало, нужно ли будет платить социальную страховку. И это сейчас я не в курсе, какой на данный момент курс доллара или евро, но раньше это было около 400 евро, сейчас, наверное, чуточку меньше. А так как нас в семье двое, то есть это практически 800 евро каждый месяц. Но мы и так платим постоянно, но я думала, что, возможно, там на протяжении нескольких месяцев можно будет не платить. Плюс еще дополнительный налог от дохода. То есть, если я получаю что-то с рекламы на YouTube, которую вы видите, которую вы можете пропустить, или там она появляется где-то, да, то мне обязательно нужно заплатить с каждого заработанного доллара налог в размере 19%, иногда насчитываю даже 32%. Там тоже, опять же, бухгалтер все это ведет, я вообще ничего не понимаю в финансах, но мне сказали, что нет, вы должны заплатить соцстраховку, и также к нам пришло письмо из садика, они попросили заплатить просто как бы ежемесячную оплату, без питания, без всего этого, за двоих детей. И с одной стороны, можно было бы сказать, что вот, дети не ходят уже там полтора месяца, они сидят дома, я не могу нормально работать. Это действительно так, но если так подумать, да, ну хорошо, садик обанкротится, если все не заплатят вдруг. И что потом? В Польше очень сложно попасть в государственный садик, это вообще. И с частным садиком такая же ситуация. Поэтому мы решили, что ничего с нами не произойдет, придется заплатить. Вот я вам также говорила, что нас попросили не платить аренду. И многие удивились, как это так, кого интересуют ваши проблемы. Ну хорошо, вот смотрите, когда это все закончится, карантин, я имею в виду, да, может наступить, и скорее всего так и произойдет, очень глубокий кризис. И вот тогда в такой ситуации найти кого-то, кто бы арендовал у тебя помещение, будет гораздо сложнее, и все равно потом будет какой-то простой. Если фирма, которая арендует у нас помещение, такие обанкротятся. Я не могу не реагировать. Игнат! А что ты достал? Покажи, пожалуйста, Игнат. Аж моя камера в шоке выключилась, батарейка села. Игнат, зачем тебе дрель? В розетку не вздумайте подключать. Слышишь меня? До пронду не подванчаме. Абсолютно. И тут дело не в том, что мы такие добродушные, мы такие хорошие, ну, как бы хотелось бы так думать, но я к тому, что это также в нашем интересе. И вот, например, брат Томака, он арендует квартиру, и он попросил не то, чтобы не платить половину там, или не платить вообще, он попросил сделать ему скидку, потому что он музыкант, он, во-первых, работает в ресторанах, то есть как только объявили карантин, он тут же остался без работы. Он играет на свадьбах, и он преподает игру на фортепиано деткам. То есть три источника дохода просто вот так взяли и отключили. И как вы думаете, хозяин квартиры согласился пойти ему навстречу?
Нет. И Рафаэл просто сказал, хорошо, он говорит, я вам заплачу, но я переезжаю в другую квартиру, которую я могу себе позволить. И, ну, в общем, человеческий фактор здесь тоже очень важен. И, может, это сейчас прозвучит наивно, но я реально верю в то, что добро возвращается добрым людям. На этом я буду заканчивать. Я надеюсь, что вам было интересно. Если да, то не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Мне будет очень-очень приятно. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.